Интересный вопрос. Я бы, честно говоря, хотела, чтобы влияние музыки на социум было больше, чем наоборот, если бы социум влиял на музыку. Очень влияет технический прогресс, очень влияет развитие социума, даже я даже больше сказала, технической стороны. То есть, если бы не получилось электричество когда-нибудь, оно не было открыто, наверное, вряд ли бы люди стали играть на электрических гитарах и синтезаторах, да? А это, в свою очередь, тянет за собой определенную тоже стилистику и так далее, и так далее. Опять же, разные сложные социальные конфликты, революционные ситуации, они порождают революционные социальные тексты, революционную музыку, достаточно брутальную, агрессивную, строго тематическую музыку борьбы. Вот. Поэтому тут я бы очень хотела бы верить и, наверное, была бы счастлива, если бы превалировала какая-то светлая, позитивная, глубокая, философская, пусть иногда очень печальная, пусть иногда очень веселая музыка без, ну, с какими-то минимальными проявлениями агрессии. И чтобы вот это, в принципе, могло влиять на общую ауру, общую атмосферу, общее настроение общества. К сожалению, по-моему, сейчас пока происходит наоборот. Каково общество, какова степень агрессии общества, такова степень агрессии в музыке. Пока все, наверное.